Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области организовало масштабный слет добровольцев. Молодежные инициативы в этой сфере от года к году объединяют вокруг себя все больше участников. Слет продлился 2 дня. За это время омичи успели обменяться мнениями об актуальных инициативах и даже побороться за победу в региональном этапе конкурса «Доброволец России». Волонтеры принимают участие и в масштабных мероприятиях, и проявляют инициативу, участвуют в форумах всероссийских, международных. Поэтому я думаю, что вот тут рост интереса к этому направлению. Участие в сегодняшнем слете 29 муниципальных районов, всех вузов города практически. Это показатель роста именно этого направления. Омское волонтерство зародилось в 1997 году. Точка отсчета можно считать образование инициативы – объединение активных граждан. На сегодняшний день добровольческое движение размахнулось так широко, что представлено центрами во всех 32 районах Омской области. Большинство ребят среди всех возможных видов волонтерства предпочитают событийное направление, принимая участие в крупных форумах, олимпиадах и чемпионатах. Такие мероприятия российского масштаба, они являются такой точкой притяжения волонтеров, потому что, ну, я думаю, что вы сами понимаете, что молодые ребята, они очень хотят прикоснуться к таким событиям, увидеть элементарно каких-то звезд мировых. Вот, и для событийного волонтерства это, наверное, основной такой магнит притяжения. После небольшого перерыва волонтеры отправились на диалоговые площадки. Их провели Анастасия Мохова из Роспатриот-центра и представительница Пермского края Юлия Новоселова, которая рассказала об акции «Тетрадка дружбы». Там они послушали об омских инициативах и дали советы о том, как продвинуть свою идею. Те, кто уже определился с направлением, по соседству в библиотеке имени Пушкина защищали свои проекты в рамках конкурса «Доброволец года». Победитель на омском уровне получит право отправиться в Москву. Одной из претендентов на поездку стала Лада Соломахина. Мы рассказываем о подвигах солдат школьникам, то есть как бы наша основная аудитория – это школьники. И также мы вот ходим, помогаем пожилым людям, то есть не просто ветеранам, вообще всем пожилым людям, так как ветеранов у нас уже мало, но они к этому относятся отлично. В этом году 26 волонтеров претендуют на победу в Федеральном добровольце России. Награждение пройдет на Всероссийском форуме волонтеров в Москве уже этой осенью.